как говорил уже на аппаратном жилой дом принадлежит согласно реестра прав на речевое майно Могильникову Валентину Дмитриевичу. Прав либо какой-то информации по прав собственности на земельный участок у него нет. Согласно информации Управления государства архитектурного контроля, как вы уже знаете, был комиссионный выезд сотрудников департамента и государственной экологической инспекции в Одесской области. Были зафиксированы срез деревьев до полного прерывания роста в количестве 150 штук, и рассчитан ущерб, нанесенный зеленым насаждением государственной экологической инспекции, на сумму 385 тысяч. Заказчиком этих работ установлен Могильников Валентин Дмитриевич. Дальше материалы были переданы в управление нацполиции. 5 марта было возбуждено уголовное производство по данному факту. Этот вопрос находится на контроле в полиции. Да, ни заявок, ни акта обследования, ни ордера на снесение зеленых насаждений не было ни подано, ни получено данным физическим лицом.